Всем доброе утро. Вторник, 3 выходных было. Отдыхали. Ну, можно сказать, не отдохнули. Я, по крайней мере, не отдохнул. Может, килограмм какой веса набрал еще. Утром шорты немного покрутил. Очень много видео выбивает про газоблок негативные. А мне смешно смотреть, как рассказывают про эту паропроницаемость, там, про все остальное, что блок не дышит, что там все поотваливается. Это, ребята, ну это такой бред, это вообще... Что думаете, что в Литве, что проектировщики дома проектируют, что идиоты все, что ли, собравшись? У нас все дома почти с газоблока, никогда нету никакой проблемы. Я не знаю, как надо строить дома, чтобы вот такая проблема была бы, как озвучивают это. Там вообще без окон, без вентиляции, без ничего. Все дома, 80% домов у нас уже сколько лет, газоблок. Все утепляют его пенопластом. Ничего ему не делается. Никакой влаги там не собирается между ними стеной. Абсолютно ничего. А тут каждое второе видео, газоблок говно, то есть туда-сюда. Я не знаю, как там в России строят, но, наверное, очень некачественно строят, что так гонят на него. А может, маркетинг такой, потому что дешевый строительный материал и другие компании, производящие другие блоки, покупают этих блогеров, так называемых, которые гонят на этот газоблок. Ну просто ну смеха панорама. Там как рассказывают. Ой. Тут в Европе, в Евросоюзе, как будто проектировщики точно нет мира сего, да, везде проектируют на газоблок пенопласт. Ай-яй-яй. Так что не слушайте, что вам говорят. Если хотите с этого с газоблока строить, стройте с газоблока, утепляйте пенопластом, и все будет хорошо. Главное, не забудьте вентиляцию сделать. Ну, так называемую рекуперацию. Вот такие вот дела. Хотел по этой теме высказаться. Потому что уже до смеха, уже просто-напросто уже на этот газоблок все гонят. А что-то у нас в Литве, что-то никто не гонит на него. Вот интересно, а? Ну, а что нам на этом доме осталось поклеить? Тут немножко два ряда. Ну, а здесь немножко поиграться. Ну тут хоть балок нету, а туда лист залазит. Тут чуть быстрее уже поклеим. И вот здесь такое еще сложноватое местечко одно. Клеить. И все, и будет полностью поклеен дом. И вот, как видите, газоблок. Это 70% домов под последние 5 лет. Вот газоблок, газоблок, везде газоблок. Все с ним нормально. Ничего не отваливается, никакого конденсата, ничего. Делаешь рекуперацию и все. Не нужно так под самую пленку этого ОСБ было подводить. Чуть побольше надо промежуточек оставлять, чтобы вата лучше вентилировалась. Ну хоть такой. Три мурлатика мне тут обойти надо на этой стеночке. Клею вначале здесь, коллега там за углом. Если хватает полистирола, еще здесь поклеим. Если не хватает, так оставим. Тут под крышей. Когда привезут, тогда и доклеим. Ну, вроде хватит. Обдуваем очень.
жалеть. Чтоб вылазило везде, потом обрежется. Тоже такое неблагодарное место. О, хороший звук. Озвучка профессиональная. Ждерезка. Иначе не всунешь. Тут перевязки никакой. И вверх надо сунуть, и вниз надо сунуть между балок. Неудачное такое, неудобное место. Почти доклеили это. Две вернее стеночки, та уже за углом поклеена. Вот тут немного осталось. Да.
приходится вырезать. Стропила клином пошло. Здесь доклеили. Вроде посчитали по листам, хватает. И на ту стенку все впритык. Вот так вот. Хорошо очень. Сегодня все доклеится. Завтра уже будем шлифовать. Сегодня, может, еще успеем вот это вот искусство это вот сорвать. Тут посорвется, а там, где заармировано, не знаю, будем прорезать. Армировку оставим. А это вот сорвем. Как это будет смотреться? Торчать с фасада будет. Помог нам тут кто-то. Но проще было бы первый ряд самим поклеить. И поставить практик или уголок. Или капельник. Это все намного быстрее было бы, чем вот кто-то это вот сделал с первым рядом. Сейчас нам это все переделывать. Это займет намного больше времени. Последний кусочек доклеить. Последние кусочки. На весь дом не хватило два листа. Будем десятки делать пятерку, и есть две двадцатки как раз. Будем двадцатку делать. Что, ровно? Ровно. Так тоже ровно. Бывает, чуть-чуть пена поддувает, так надо все равно еще через минут 15 прийти, проверить, чуть-чуть подстучать. Ну, всунули пятерочку белого. Наверху двадцатку нашли, еще два листа. Ну, доклеили. Сейчас уже другим будем заниматься. Ну, человек, не знаю, че ставил, поставил. Он поставил вот так. Капельник, что он торчит. А он должен был быть вот так. Должно было быть вот так. А он поставил вот так. Вверх ногами. Сейчас мы будем тут играться. Срывать это дело. Переставлять. Но тут мы, как говорится, помучимся. Весь дом. Ну так, потому что тоже не оставим. Думали, может срезать. Ну, окончание неровное получится, потому что ровно не получится срезать болгаркой. Надрезаем ножом, и он рвется с полистиролом. Хороший клей. Очень хорошо держится. Был бы он вот так поставишь, все отлично было бы. Он поставил вот так. Ну ничего, помучаемся, переделаем. Нашли побыстрее способ это все дело делать. О, болгарочкой. Низ целый остается. Сверху вот так остается клей снять. Нам главное, что низ целый был бы. А то так, как вначале делали, выдирает вместе с полистиролом.
Ну только не подумайте, что-то мы тут так наставили. У меня есть на канале видео первый день, как мы сюда приехали, что тут уже первая линия, цоколь, и капельник уже был поставлен. Я сразу же хозяину сказал, что мы тут все это сорвем, переделаем. Здесь дезармированный первый ряд, так уже срывать эту армировку не будем. Здесь уже будем под правило переход этот равнять ямку. Как поставим капельник свой. Потому что еще нараститься здесь 100% яма будет. Придется протянуть, где вот заармировано несколько стенок, поравнять перед сеткой. Ничего поправимого нет. Все сделаем, будет чики-чики. Болгаркой вообще быстро срезается. Здесь мы наверх везде поставим капельник. Просто чтобы подштукатурить, чуть-чуть склеим. Придется поравнять перед сеткой. Так намного проще. Вот если срывать все, то тут и зависнем. Очень хорошо держится. А оставить тоже, видите, торчит. Некрасиво было. Очень некрасиво. Ну вот, доклеили мы полностью этот домик. Ободрали мы этот капельник снизу. Станочек загрузил, вывожу. И на руку тут дольше. 5 дней клеили. Ровно 5 дней. Ой, дождь пошел. Завтра уже работа будет совсем другая. Шлифовать, равнять, формировать подоконники, отливы. Сейчас ребята пошли мерят, будем заказывать. И все. А погода-то конкретно испортилась, успели все сделать хорошо сегодня. Такой вот домик. Небольшой и не маленький. Не знаю сколько квадратов, не считали еще. Всегда в конце считаем. Мы материалы не заказывали-то. Особо и не вникали. Тут уже все было, как приехали. Ох, какой ветер. Ну, всем пока, до завтра.